Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Поздравляю вас. По-моему, главный старт сезона оказался для вас, по-моему, замечательно. Да, сколько сегодня результат? Я спрыгался наконец-то. Сколько сегодня? 16.87. Чуть-чуть не хватило до 17. Да, ну, не хватило и 3 сантиметров до международника. Вот. Ну, в принципе, нормально. Ну, это до личного счета далеко, по-моему, все-таки у вас до 17 до личного. Зимой личник у меня 16.95. А, чуть-чуть, немножко ну, не хватило. Да, чуть-чуть, в принципе, зимний сезон всегда такой. Это. Угу. Мы, в принципе, как бы особо и не готовились так. Ясно, но все равно довольны все-таки. Это лето. Ну, итог, главное, все-таки сезон, можно сказать, удался. Хотя были трудности, были и 6 заступов в Паскардину. То есть было все. А, нет, мемориал, да, не, Тервонесяна. Да, Тервонесян, да. Но довольны все-таки итогом? Есть негативный опыт и позитивный опыт? Ну, как сезон? Есть, да, какие-то позитивные моменты, есть негативные. Просто увеличилась скорость разбега, поэтому немножко техника прыжка ломается. Вот, а так в целом есть еще к чему стремиться, над чем работать, ну вот, так что, в принципе, я доволен. Ну тогда отдыхайте и давайте с новыми силами, да, одетом, чтобы 17 метров было уже будет, традицией, будет. Закрепились. Ну вы приедете, блин, значит будет. Все ясно, спасибо большое, успехов. Спасибо, до свидания.